Всем привет, девочки мои! Где я нахожусь? Я уже нахожусь у дочки. Я приехала, дома никого нет, Милочка только дома. А дочка с внуком, они в бассейне. Внук купается, плавает сейчас пока. Ну, а я решила сейчас приготовить тушеную капусту, порадовать их тушеной капустой. Ну вот и все, капусточку обжарила с лучком. Добавила туда все. Соль, лавровый лист, перец и колбаску, сосиски, томатик. Все это сейчас потушится. И скоро будем кушать. Скоро придут уже дочка с внуком. Я как раз успела к их приходу все сделать. Окошечко Милочка сидит и ждет. Посматривает на дверь и ждет. Когда же придут? Скажи, да? Когда же придут? Когда придут мои любимые, скажи, Денечка, мамочка, да, Милка, и моя зайка маленькая. Не любишь, да, чтоб я тебя снимала? Бабушка, кто там? Ой, как пахнет! Как пахнет, капусточка тушеная. Бабушка. Обстановка в квартире, чистота какая-то прям вот. Да, да, и пахнет вкусно, да? Пахнет вкусно. Бабуля, приезжай к нам жить. Да ну сейчас. А что ты будешь? Раздевайся, Денечка, давай. Кушать будем, играть будем. Делать. С тобой буду играть. Расскажи, как ты поплавал. Что ты делаешь целый час? Я тебя ждала. Раздевайся, иди руки мыть, будем кушать. Иди, сапоги. Иди, будем кушать. Надо сделать здесь эти, как из вешалки, чтобы он уже учился вешать. А то от того, что нет, у него привычка. Мамочка. Скидывал. Да. Скидывал все. Мама. Не мамочка, а бабочка. Иди сюда, бабочка. Бабочка. Иди сюда. Ты плавал, я знаю, молодец. Чем тут мои детишки занимаются? Они мультик смотрят. Милочка с Денечкой. Мой маленький. Милка напрыгалась, да? Малышка. Они мультики смотрят. Молодцы. Так, а что бабушка смотрит рекламу? Девочки, знаете, сколько сейчас время? 4:30 ночи. Мы сидим с дочкой, болтаем о том, о сём, о жизни. Ну, днём-то некогда ж поболтать, да? Ну, вот она, красоточки мои. Моя рыбка. Когда, доча, нам с тобой ещё посидеть, поболтать, да, о том, о сём? О своём, о женском. Столько всего за эту ночь. Столько всего. Событий. Вроде сидели, болтали, там начиналось всё, да, а тут тысяч-тысяч-тысяч, прям жизненные перемены. Наболтали. Наболтали. Но об этом узнаете позже. Пора спать уже, да? Хочется еще поболтать о чем-то. Что-то хорошо сидим так. Да. Но уже и спать пора идти ложиться. Завтра не добудетесь меня. Денька проснется у всех. Завтра я буду тут целый день ходить в глазах в песок. Потом дома буду 2 дня откисать. Когда видео снимать, не знаю. Доброе утро, девочки мои. Мы с дочей проснулись. Я еще долго не спала. В общем, поспала 3 часа. В итоге ночные посиделки. Вот. Поела я кашу овсянку. Доча у меня там сейчас сидит, работает. Что-то там видео вам выкладывает какое-то. Я еще не знаю, какое. Деня покушал макароны с сыром. Аж 2 порции съел. Она сегодня не в труселях сидит, она в пижамке сидит. Ну, кружку кофе выпила. Да. Мама вчера, блин, с тобой, из-за тебя, из-за меня, из-за нас. За сколько легли мы, блин? Так зато мы с тобой много чего обсудили. А то вечно некогда-некогда, зато много важных дел обсудили. Ну да. Ну. Я уже вот так вот лежала, но что-то говорит где-то... Да. А да. Спать, главное, не хочется. Ну, как бы, нет, главное, хочется спать, но хочется болтать. Мы редко так посидим, поболтаем. Ну, да. Дорвались, да? До 6 утра сидим. Один раз в жизни можно. Ну, да. Жизнь.
Ну, что, накопилось о чем поговорить, да? Ну да, зато что-то порешали интересное. Порешали, да, классно. Вот. Сейчас вот видео. Сейчас видео сделаем. Интересно. Анонс сделаешь? Какое видео? Анонс. У нас открылась новая пятерочка. И вот на втором канале у меня выходит видео распаковка в новой пятерочке. Продуктов интересные, акции много там было. Ну, хорошо. Кто любит пожратушки, пожратушки. Захотите. Хорошо, зайдем. Ссылку оставишь на второй канал? Оставлю. Ссылочка в описании. Ага. Сколько там еще? Ого, сколько там еще? Много еще есть там? О, там еще есть. Да. Давай, раскладывай. Раскладывай все, сделаем цветные шарики. Мячики цветные сделаем, да? Правильно. Вот ты какой реакции ждет моей. Так, что у меня есть? Что у тебя там есть? Ну, покажи. Вот ты что? Вот ты что ты у меня. Давай, раскладывай все по цветам. Милка, ты попрошайка хитрая. Зеленый, темно-зеленый, фиолетовый, темно-зеленый, красный, в свою кучку. Так, что мне есть? Ложи в свою кучку. Раскладываем по цветам, да? И цвета смотри, называем, да? Чего там у тебя? Так, что мне есть? Не стаканы пластиковые купить с крышками, вот что нету. Так, что у меня есть? Я решила причесаться, уложиться и чуть-чуть губки подкрасить, а то я с утра никакая такая. А я не знаю, что делать со своей грязной головой. Мы сегодня едем в спа с Танюшей и... Нет, класс. Ну и там ты эту голову свою приведешь в порядок. Да, ну сейчас вот на обложку давай... Оранж. Слушай, что-то я такая ничего. Смешная. Ты смотри сюда. Козелон. Я поглядываешь на себя и вот такое, что такое, глаза сюда ушли куда-то. О, куда мы смотрим? Сюда смотрим. Люблю покривляться я. У тебя, кстати, нет. Я хорошенькая. Смотри, у тебя очень камера какая-то, Анатолий Ретуш какой-то делает. Я вроде такая ну, помятая да. Вся, глянь, это... красивая. Я поэтому на нее снимаю, мне нравится все. Так, ну что, по кофе еще. Да, по кофе я пойду уже посылку твою забирать. Да, да, давай. Пошла. Каждое слово. Так. Какой цвет, Дэнь? Так. Вот это какой цвет? Вечеринка. Ну скажи, какой это цвет? Зеленый. А это какой цвет? Зеленый. А это какой? Это темно-зеленый. Это темно-зеленый. Бабушка, это все так. Зеленый. По сути, я прав, скажи. Ну, по сути, прав, но надо, чтобы как-то отличалось. Зеленый-зеленый. Колотить не мог. Вот это скажет темно-зеленый. Темно-зеленый. Молодец. Темно-зеленый. Так, что у меня есть? Что там у тебя есть? У меня есть. В общем, человек занят. Человек у меня есть. При занятии. Молодец. Человечище. Человечище при занятии. Положим сюда. Так. Разбирает по цветам все, все правильно, молодец. Так же есть под темно-зеленый. Темно-зеленый. Да. Девочки, у нас снега в городе нет, вот мы играем с Дэней в снежки. Дэня! Ой! На тебе снежки, на! На! Чего так вот не пожалеет рулон туалетной бумаги? Еще можно ее расстроить там, если три слоя. И получается много вот этих снежинок. О, поиграться. Снег пошел. Снег пошел. Снежинки.
Ты меня уже засыпал снегом. Засыпала. Засыпал ты меня снегом. На, лови. Давай. Давай, на. Снег. Снег. Снег, много снега пошло. Вот так. Полетел снежок. Полетел. Вот радость ребенку, да? Как будто в снежки поиграли. Девочки, дочка принесла заказик мой от Faberlic. Хочу вам по-быстренькому показать, что я заказала. Вот две краски я заказала дополнительно. В прошлый раз заказывала. Ну, сейчас хорошая скидка, акция. И я прям решила, пускай будет впрок. Я решила для пробы взять гель для душа Ботаника. У меня вообще серия Ботаника очень нравится. Вот шампунь вот такой. И бальзам-ополаскиватель для волос. Пользуюсь давно. И очень хорошего качества волосы становится. Прям мне нравится. Ну вот, решила попробовать еще такой гель для душа. Еще для стирки заказала концентрированный гель. Вот такой для белого белья. И гель для цветного белья. Очень часто приходится использовать, когда нужно по-быстрому постирать что-то в холодной воде. И вот я использую тогда вот такой вот гель. Еще я взяла вот для пробы тоже. Это скраб для тела. Ну, вот такой вот. Решила попробовать взять скрабик хорошенький. Взяла три вот такие масочки. Коллаген масочка. Гиалурон. И вот это вот жемчуг, выравнивающий тон. Маски тканевые, хорошие. Я ими уже пользовалась, мне нравится. Сейчас тоже акция на них. Вообще вот это вот по распродаже идет. Хорошие скидочки. Поэтому я вот и назаказывала еще масочки. Ну и вот со скидочкой 70%. Вот такую я взяла. Global Oxygen. Это пенка для умывания. Кислородная пенка для очищения лица. Ну вот я ее буду пробовать. И попробую вместе с вами. Вместе с вами попробуем. Ну, уже, наверное, в следующем видео. Протестируем. Вот такой заказик у меня на этот раз. Ссылочку на Faberlic я оставлю внизу в описании. Заходите, там распродажа и очень много скидочных хороших цен. И что-нибудь повыбирайте. Тем более, что по этому каталогу у нас еще идет и 14 февраля впереди у нас, 23 февраля. Вот все это на этом каталоге можно будет повыбирать. Много чего интересного вы там найдете. Ну и еще вам хочу показать вот такой новый каталог симпатичный. Это уже следующий каталог будет с 22 февраля по 7 марта. И тут уже будут к 8 марта много всяких разных скидок, акций, всего хорошего. Вот такой вот каталожик. Ну вот и все, девочки мои хорошие. Наконец-то я дома, только что приехала. Ну, подустала, да. Но следующие выходные дочка мне сказала, можешь отдыхать. Договорились мы с ней, что в следующие выходные я отдохну. А о чем мы с ней разговаривали ночью? Мы с ней сидели, болтали там до 6 утра. Но, знаете, вот редко у нас выпадает время. Обычно она, когда приходит, уже вот я отпускаю ее погулять. Она когда приходит, я Дэнни укладываю. Сама, в общем-то, стараюсь тоже укладываться. И обычно к ее приходу я засыпаю, если Мила не мешает мне. Вот. Ну, а тут Мила мне не давала спать. И, в общем, я дочку дождалась, и мы с ней посидели, прекрасно поболтали, порешали много вопросов. Ну, так скопились какие-то вопросы, какие-то дела, которые нужно было нам совместно решить. И, в общем, все мы порешали, но о чем мы там говорили, что мы решали, об этом вы узнаете в свое время. Это будет как-то попозже. Но в свое время вы все узнаете. Я ничего рассказывать не буду, тайны никакие раскрывать не буду. Хочу вам сказать единственное, что я решила, что какое-то время, девочки, потерпите, я буду выпускать видео покороче, и, может быть, они будут реже выходить, может быть, 2 раза в неделю, там раз в 3 дня где-то так. Не длинные буду делать видео, потому что я не жалуюсь на здоровье, а то там писали мне уже, вот что вы жалуетесь. Я не жалуюсь на здоровье, просто хочу сказать, что у меня опять обострение, у меня позвоночник, суставы болят, я не могу долго сидеть.
и поэтому долго монтировать видео не могу. Поэтому мне коротенькие видео будет монтировать удобно. Но для того, чтобы с вами не терять контакт, с вами не терять связь, поэтому я буду видео продолжать снимать, буду какие-то видео выпускать. Ну, вот по мере, в общем, своего самочувствия. Так вот, сильно не расстраивайтесь там, но по мере своего самочувствия. Просто не хочу насиловать себя и не хочу, чтобы мне писали, что вы снимаете через силу, как будто вас заставляют, а у вас такой усталый вид. Ну, на самом деле, вот я, когда вот такой у меня усталый вид, и когда я чувствую, что нету сил, то я тогда не буду просто снимать, и буду отдыхать, и набираться сил. А как только будут силы, буду тогда снимать. В общем, с Дэней мы наигрались, набесились. Я, и помимо того, что спина... Ну, а что делать? Ребенок играется, и мне тоже поиграться иногда с ним охота. Он так смеется заливисто. Вообще, тоже много чего не удалось мне, к сожалению, снять, но то, что сняла, в общем, ну что, ну, баловная бабушка тоже побаловаться любит. На самом деле, мы все взрослые люди и старые люди, все в душе дети. И когда вот иногда бывает момент, попадается такой, иногда побаловаться, повеситься, почему бы и нет, ну почему бы и нет. Вот. Позитивные, знаете, эмоции, их нужно брать, получать и не отказываться от них, если есть возможность их получить. Вот. Ну, в общем-то, в принципе, несмотря на усталость, настроение хорошее, все замечательно. Дочка мою посылочку еще забрала. Ивановский трикотаж, но только с Грандсток. Так что следующее видео буду готовить я с Грандсток. Много чего интересненького я там позаказывала. Так что не пропустите видео, заходите, смотрите. Вот, ну все, девочки, все, мое время пришло отдыхать, я сегодня буду, завтра буду отдыхать, ничего снимать не буду. Ну, а дальнейшие события вы уже смотрите в следующих видео. Ну и на этом я хочу с вами попрощаться сегодня. Кому видео понравилось, ставьте лайк, как всегда, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и до новых встреч. Пока-пока!